и сейчас убивают на Украине людей. Зачем? Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели, друзья? Какие цели? Опять, опять гибнут. Гибнет молодость России и Украины. Гибнут старики, женщины, дети. Ради каких-то наполеонских планов очередного нашего Цезаря, да? Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина. И я после Чечни написал первую песню. Она называется «Любовь». Знаете почему? Потому что я не мог ничего другого писать. И «Любовь» — эта песня меня спасла. И сейчас мы ее вам споем, эту песню. Спасибо.